Для производства прицепов к легковым автомобилям и их дальнейшего техобслуживания потребуются производственные площади от 50 квадратных метров. Стоимость аренды в небольшом городе будет 50-80 центов за квадратный метр. Для выполнения работ потребуется помощник, которому нужно платить $400 в месяц. Для изготовления прицепов потребуется качественное оборудование в виде сварочного аппарата за $400, шлифмашинка или болгарка за $300, дрель за $250-$300. Кроме этого, нужны молотки, отвертки, ключи, сверла, электроды еще на $700-$1000. Для продвижения бизнеса следует разместить рекламу на местных радиостанциях и в СМИ. Для организации бизнеса потребуются следующие инвестиции. Это аренда 70 центов за квадратный метр, всего получаются $1050 в месяц. Покупка инструментов и оборудования – $2000, реклама – $1500, приобретение материалов для двух прицепов – $600. Итого на старте потребуется $5150. Заработная плата работнику – это постоянный расход, который рассчитывается каждый месяц, как и закупка материала. Средняя стоимость продажи прицепа для легкового автомобиля – около $600. Начиная с одного прицепа в месяц, в перспективе их можно производить до 6, столько же реализовать. Чтобы окупить первоначальное вложение, нужно продать 20 прицепов. За 4-6 месяцев с начала производства бизнес полностью окупится, и предприниматель начнет получать чистую прибыль. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.